Дзюдо для Рязани – базовый вид спорта. С этого начал встречу с руководителем Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком Павел Малков. Рязанская земля воспитала целую плеяду спортсменов и тренеров. Только в прошлом году количество наград в соревнованиях всех уровней перевалило за 160. Наверное, еще и потому, что эту борьбу в области уже развивают как массовый вид спорта. У нас успешно показал проект в селе Истия «Мой первый поезд дзюдо». И мы дальше этот проект готовы тиражировать и по другим учебным заведениям, по другим школам нашей области. Уже только там, в Исте, вот у нас сейчас до 100 детей позволит этот проект увеличить количество занимающихся дзюдо. Или вот в 76-й школе в Рязани мы запускаем программы дзюдо в школу и школьная лига дзюдо. Тоже очень хорошо себя показывает. В Академии единоборств у нас популярный проект есть «Семья чемпионов», где совместно тренируются родители и дети. Рязанская область для Федерации дзюдо России – настоящая кузница кадров, говорил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. У региона богатая история, но есть звездочки и сегодня. Марина Воробьева уже попала в сборную, и таких спортсменов должно стать больше. Все возможности есть. Мы сегодня обсуждали вопрос открытия, создания Академии дзюдо здесь, которое будет базовым для развития дзюдо, вместе для развития дзюдо не только в области, но и в ЦФО. Мы также обсуждали сегодня хорошие наши интересные программы, вот, о которых вы сегодня упомянули. Это программа развития массового дзюдо, очень важное направление сегодня деятельности Федерации России, не только большой олимпийский спорт, но и вот эти программы, они важны для того, чтобы прежде всего, конечно, воспитывать достойных граждан нашей страны, сильных не только телом, но и духом. Со стороны правительства Рязанской области соглашение подписывает губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков. Со стороны Федерации дзюдо России Сергей Игоревич Соловейчик. Со стороны Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Игнатович Чернышов. Спасибо вам. Соглашение о сотрудничестве – базовый документ. Спортивный комплекс «Комета» – сегодня центр развития дзюдо в Рязани. После осмотра помещения принято решение в ближайшее время возвести двухэтажную пристройку, чтобы в спорткомплексе смогли заниматься еще 500 школьников. Павел Малков дал поручение срочно выделить средства на проектно-сметную документацию.